публикации в соцсетях довели камчатского блогера и экс-журналиста Владимира Ефимова до уголовного дела. Его возбудили по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию в использовании вооруженных сил Российской Федерации». В текущем году гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Ему были назначены штрафы в размере 30 тысяч рублей за каждое правонарушение. При этом два решения суда вступили в законную силу. Однако подозреваемый продолжал свои противоправные действия и публиковал в социальных сетях материалы, содержащие информацию, дискредитирующую российские вооруженные силы. В ходе проведенных обысков по месту жительства и в рабочем офисе Ефимова оперативники изъяли ноутбук, два системных блока, пять мобильных телефонов, сим-карты, накопители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Также во время обыска квартиры Владимир Ефимов добровольно выдал два газовых пистолета и пять патронов, которые хранились у него нелегально. Блогера задержали и поместили в ИВС в порядке статьи 91 УПК РФ до принятия решения судом. Проводится расследование.